развязки на трассу Амур.
Пока катимся с горки. Расход 6,5. С момента, как запустил двигатель, час 28 прошел. Средняя скорость 31 километр в час. Это с учетом того, что на стоянке прогревал двигатель. Показатель показал 469. Если будет 468, следующий, то нулевой километр от развязки Спасибо.
розовый или красный, как его. Наверное, больше на розовый похож.
Но впереди я вижу тоже горы в снегу. Thank you.
показывает, что связь, интернет не формат. Но на Яндекс.Навигаторе трек высветился и из серого стал Thank you.
красная дорога, розовая. Небом.
4,5 километра показывает до АЗС. Верит. Твою мать, да что ж ты будешь делать? Thank you.
только заправки, ничего нет. Спрашивать, блин. Литров, говорит, скоро.